из этих трех? Помогите выбрать, ребята, из этих трех. Тоже девочка. Просто смотрю то, что нравится, все девчонки. Значит, это судьба. Знаете, как кошки любят мужчин? Я сама поражаюсь. Насколько они даже верно, они даже могут женщин кусать. Вот они именно вот как-то странно. Они, наверное, привыкли все-таки существующие. Она вам денег хоть бережет. Мне деньгам же нравятся такие ремесленники. Привет, мы такие уже взрослые, да? Замерз. Все, что мне нравится, все девчонки. Привет. Котики 16. А все девочки, да? Нет, все и мальчики, и вам кого надо? А ну покажите, кто мальчик. Мальчика. Вам, вы смотрите, есть мальчик, вот этот шотландский страйк, да. Вот это мальчик. Да. Есть бесплатный мальчик. Ну там за 50 лет. Да. Вот это классный мальчик. Вообще. Смотрите, серебро. А сколько ему уже? Ему 4 месяца. 4. Да, он будет здоровый, мордатый, красивый кот. Короче, вот этот за 1000 гривен, я говорила, да? И девочки, из девочек показывают. Мальчик. Тот... А вот этот тоже хороший. Он боится. Да. Он первый раз, его зовут Илья, он очень красивый. Илюш. Смотрите, какой он пушистый, полудлинношерстный. Боится, видите? Угу. Ему 3. Шотландский. Шикарный, можете посмотреть. Ого, это все. Просто холодно. Где-то? Ну, понятно. Он шикарный. Я смотрю на этих белых. Тоже. А кто мальчик? А, мальчик и девочки есть, да? Да. Все вместе в кучку собрались. Привет. Привет, компания. Компашка. Компашка, привет. Гляньте, какая смешная. Мордатые все. Подошел сразу все к тебе. Сразу на руки хотят. Да, собака. Гляньте, что вытворяет. Собака это не кот. Собака тебя любить будет. Как сурки. Сразу стали. Как сурки. Это мальчик рыжий. А, мальчик? Да, он один. Было 6 котят, вот это один. Золотой мальчик. Вы видео снимите, если что. Я тоже думала. Красавец. Опознал. Ну, вон мама вислоухая сидит. Хорошие ж котята очень. С окрасом, с очень красивым, с мраморным. Спокойные, уравновешенные. А мальчиков сразу разбирают, да? Нет, мальчиков наоборот не берут. Не они хотят, метят, они и метят, запах. Они не хотят. И нету такой линии, не метящей. Это все ерунда. Это... Лишь бы только лапши на уши навешать. Вот это, говорю, болтунья, но она такая ручная. Она на руки лезет, и ей надо все рассказать, совсем поделиться впечатлениями. Слышите, вы сразу муркает, и такая она у нас кисюнька. Глазки это после 3 месяцев будут менять, и такие яркие будут, янтарные, красивые. Хорошие такие девчонки. Да, моя ты принцесса. Тебе надо только гладить, да? Да. Мальчиков покажите. Ой, это девочка. Блин, точно такой же мальчик. А, все. Спрятался. Вот это, да? Ну, это обыкновенный, да? Нет, это бритис серебра. Или вам обыкновенный надо? Есть мальчик вот такой обыкновенный. Рыжий. Есть мальчик вот такой обыкновенный. Гляньте, какие. Знаешь, какой из этого красивый кот вырос? Да, из рыжие этих... вообще шикарные. Они очень красивые. Они вырастают. У нас вообще подобрали такие блохастые, страшные на этом. Привели его в порядок. Такой кот шикарный вырос. Так, вот этого. Если что, то этот.
Он и мысли. Видишь, что скажите. Вот эти породистые пошли, и Маша что-то, они тебе этот. А это такой, типа, шо, шо? Да не, мне кажется, они сейчас позамерзали, все неактивные. Да не, ну, блин, ты какой рыжий, прям неактивный. Это девочка. Сейчас глянем. Да, нет, вот это мальчик. Мальчик. Да. Так, это тоже пацан.